Позвольте мне зачитать письмо, которое я получил. Уважаемый доктор Ри. Подними эту банку. Почему? Проходи. А теперь положи ее в мусорку. Искренне ваш обеспокоенный гражданин. Спасибо за письмо, гражданин. Порядок сможешь идти. Основных биологических потребностей, надежд и страхов за... Доклад был гражданин, не признан добровольный общин. Я чувствую и несколько невысказанных.